Пора благоухающих клумб подошла к концу, и теперь городские цветники освобождаются работниками дирекции благоустройства. Каждый год это происходит по одному алгоритму. Бригада выезжает в город, приезжаем по клумбам, собираем семена. Собираем семена с таких цветов, как цинния, бархотка, георгины, агератум, газания. В дальнейшем эти семена чистятся, перебираются и сажаются на следующий год. Следующий этап. Работники выкапывают растения из клумб. Скажем, розы подрежут, укроют, и зимовать они будут в клумбах. Остальные цветы отправляют в теплицу. В настоящее время идет выкапывание однолетних культур. Колюс, бегония, резиния, овсяница, все это отправляется в подразделение в селе Высокое. Там заново сажается и перерабатывается уже на следующий год. Сразу после клумбы начнут готовить к посадке луковичных. Например, уже до середины октября в цветники высадят тюльпаны. Уже началась подготовка к следующему сезону. В подразделении в селе Высокое в теплицах работа кипит круглый год. В декабре начнут высевать семена однолетников, которые зацветут в следующем сезоне. На будущий сезон запланирована разбивка новой клумбы. Она появится на улице Новоселов 60, там, где организовано круговое движение. В Вишневом саду снова высадят цветочный мостик, а на Московском шоссе – цветочный ковер. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».